Ты истекаешь кровью. Я бежал за той женщиной. Она была в беде. Ее зовут Ада. Сразу после этого кто-то пытался убить меня. Ему это почти удалось. Ада побежала за стрелком, но я волнуюсь за нее. Ты должна найти ее, пока что-нибудь не случилось. Но ты ведь ранен. Со мной все будет хорошо. Я за Аду волнуюсь. Со мной все будет хорошо. Я за Аду волнуюсь.
Вы в порядке? Что произошло? Отвали от меня. Тебе всего лишь нужен образец G-вируса моего мужа, не так ли? Но его у меня никому не забрать. Мужа? Так вы должно быть Аннет. Как? Откуда ты знаешь? Это не важно. Шерри потерялась где-то в канализации. Я должна найти ее. Что? Я же говорила ей, чтобы она отправлялась в полицейский участок. Почему она здесь? Теперь Шерри и образец G-вируса в опасности. Что она имела в виду? У Шерри есть образец G-вируса? Thank you.
Дневник смотрителя канализации. 28 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он у нас уже работает. Он весь обливался потом и чесался, словно прокаженный, все то время, что мы с ним разговаривали. Я спросил его, не чувствует ли он жар, но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним такое вообще? 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполненных требованиях мистера Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов этим я зарабатываю себе на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул им мне под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, и это в его понимании означает служить и защищать? 21 августа. Вильям сказал мне, что полиция и пресса начали расследование дел Umbrella. По его словам, расследование затронет весь город, и вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит.
Шерри, твоя мама отдавала тебе нечто под названием G-Virus? Что-то типа флакона или, может, пробирки? G-Virus? Никогда не слышала о таком раньше. Ты уверена? Если ты отдашь это мне, я буду бережно хранить его. Но у меня, честно, ничего нет. Правда. Но почему ее мама сказала нечто подобное?
Шерри, подожди. Я должна проверить, что там дальше. Хорошо, я буду здесь, но... возвращайся поскорее. Thank you.
Хорошо, Шерри, пойдем. Не волнуйся, просто побудь здесь. Я пойду и проверю. Это не... Все в порядке. Можешь одеть. Уверена, она защитит тебя. Подожди меня здесь, ладно? Я возвращаюсь, чтобы найти твою маму. Спасибо, Клэр. Даже если я единственный ребенок в семье, родители уделяли мне очень мало внимания из-за своей работы. Но теперь, когда ты со мной, мне есть на кого положиться. Шерри...
Исследовательский отчет о газе R Эпсилон. Данная информация требует неотложного рассмотрения. Газ R Эпсилон считается универсальным средством уничтожения всего известного биологического оружия. Ввиду этого он используется в качестве меры противодействия в случае распространения БО. Однако данные недавних исследований свидетельствуют о возможных побочных эффектах. R Эпсилон действует путем ослабления клеточных функций биологического оружия. Однако длительное или многократное воздействие газа может привести к образованию адаптивных антител. Более того, у некоторых видов БО была выявлена способность поглощать R-эпсилон и использовать выделенные из него токсины против внешних угроз. Ввиду этого к использованию газа R-эпсилон следует прибегать только в самых крайних случаях. Мы настаиваем на переоборудовании системы экстренного распыления газа R-эпсилон. Также мы настаиваем, чтобы данная мера была предпринята как можно скорее. Второй исследовательский отдел. Отдел безопасности. Thank you.